Каждый человек хотя бы раз в жизни хотел оказаться в команде знатоков на игре «Что, где, когда». Возможно ли реализовать эту мечту во Владимире? Сейчас посмотрим. Два раза в неделю эти люди собираются на тренировку к игре «Что, где, когда», которая затягивается не на один час. Встречаются команды уже давно, состав не один раз поменялся. «Вилка», или как его еще называют, Владимирский интеллектуальный логический клуб, работает уже 4 года без перерывов. Иван возглавил клуб всего полгода назад, но уже привык к своей должности. Проводить тренировки – дело несложное, но вот участвовать в турнирах – это намного ответственнее. В мои обязанности входит проведение тренировок, на которой вы сегодня сможете поприсутствовать, проведение всеразличных мероприятий. Это школьные чемпионаты по «Что, где, когда», районные, общегородской, областной. Вот, собственно, наш род деятельности. Мы заведом интеллектуальным развитием школьников. Азарт игры школьникам прививают еще с молоду. Чемпионаты устраивают для всех желающих, начиная с 7 класса. Такие школьные турниры как раз и привели Арину в клуб. Всем школам рассылались приглашения на участие в «Шреке». Это школьный региональный кубок по «Что, где, когда», который проводил клуб «Вилка». И наша школа тоже пришла, и нам было интересно поучаствовать. Мы приехали. Конечно, мы тогда мало знали, но азарт игры захватил нас, и мы решили продолжить свои тренировки в этом клубе. Турниры по «Что, где, когда» отличаются от той привычной игры, которую все видели по телевизору. За победу борются несколько команд, и у каждой есть всего минута, чтобы ответить на вопрос, заданный ведущим. За игру задается 24 вопроса, но иногда организаторы отходят от правил. Брейн-ринги, крокодилы, мафия – тоже знакомы игрокам не понаслышке. С такими играми на турнирах не заскучаешь. Для тех, кто пришел в клуб, игра уже часть жизни. Но чтобы доказать, что это развлечение для всех полезно, долго думать не приходится. Во-первых, это развитие. Во-вторых, это новое знакомство, общение, что также немаловажно. И в-третьих, все-таки, ходя на эти игры, мы узнаем много нового и также становимся более собранными. Все-таки надо за минуту найти ответ на такой вопрос, которым ты раньше понятия не имел. И это очень собирает тебя. Валерия Саенко, Евгений Токарев, 6 канал.